А, вернулся и запылился. Как ну дела? Все нормально, свадьбу тоже хорошо провел. Все всем понравилось, еще пару заказов получил тоже на 19-20 марта. Тоже ведущие пригласили. Сейчас. И никто не понравился, да? Ну и глупости. На девочек пошел что-то смотреть туда. Ну а как же? По работе пошел, да, на свадьбу? Ну прям. Какая-то покуса. Чем-то чай? Клондика. Кстати, когда этот отпуск заканчивается? Сейчас где-то через неделю, может, все. Могу я твой телефон посмотреть? Да, конечно, пожалуйста. Слушай, дай телефон ко мне, чувак, смотри. Тогда у тебя ничего нету там все равно. Мне 5 часов встречи, мне сейчас нужно идти будет. Чай допьем, и я потихоньку соберусь. И куда мы собрались? Сегодня творческий вечер у Софии Амара, к нему нужно пойти. А может, там девочки вас ждут? Слушай, что за разговор? Ты мне не доверяешь, что ли? Какие девочки? Если хочешь, вот, включай машину, машину тоже не проверь, если хочешь. Проверю, если надо. Еще что за пайный сад в 17:00? Угу. Если что, нет, девочек.